22 декабря в выставочном зале КДЦ «Арктика» начала свою работу выставка живописи Анжелы Розмановой под названием «Между небом и землей». Художница посещает наш город уже не впервые. Посетить выставку могут все желающие. Анжела Розманова родилась в Сыктывкаре, закончила отделение интерьера и оборудования Московского технологического института, получив квалификацию «Художник декоративного искусства». Она автор декоративного оформления частных и общественных интерьеров. Ею выполнен занавес камерного театра Сыктывкарского государственного университета. Это живописные декоративные работы, текстиль. Произведения, выполненные в технике батик, абстрактные по форме, но гармоничные по рисунку, композиции, цвету, не только вписываются в предназначенное им пространство, но и являются самоценными. В основном, конечно, это вот последние годы работы. Здесь есть проект о путешествии Кандинского к Зырянам, который вот был в прошлом году. У меня была персональная выставка в Сыктывкаре. Здесь есть ряд пленерных работ. Здесь есть проект, чуть-чуть с проекта «Клюква». Здесь есть путешествие с этого года, в этом году на Приполярный Урал.